Мы так будем бесконечно ссориться, кто кого переломает. Церковь может влиять на государство, но церковь не есть государство. Мы низко отпустились. Граница больше проходит не церковь и за церковь. Всегда мир делился. Формирует свои ценности для себя. В светском обществе человек, в христианском обществе Бог. В последнее время становится очевидной тенденцией устранения границ между церковным и светским обществом. Поясните, где именно пролегает разделительная полоса между первой и второй группой людей? Что отличает одних от других? Когда я покалывался, очень четко мы знали, что мы отличаемся от мирских людей, потому что были какие-то ценности, которые мы держали. И святость была нашим как-то гордостью, если можно так сказать, да. Мы хвалились святостью, что не делаем, то не делаем, мирские эти дела, а мы — нет. Сегодня прошло время, такое ощущение, что мы низко отпустились и хотим мирским показать, что мы тоже такие, как вы. Мы не думайте, что мы другие, мы такие же. Мы хотим их догнать и доказать, что мы такие же, как вы. Но это неправда, потому что мы спасены через кровь Иисуса Христа. На нас есть кровь Иисуса Христа. Мы не такие. Мы, если государство разрешает марихуану, это не значит, что мы будем использовать, употреблять марихуану. Для американских людей написано «не курить», потому что они не понимают, а у нас в сердцах это написано «не курить». Мы Бога знаем, а они не знают. Писание говорит, что самые немощные, она мудрее, чем мудрецы этого мира. Мы отличаемся, потому что Бога знаем, Его Слово знаем. Когда мы говорим о светском обществе, это общество, которое не признает Бога, как движущую силу этого общества, не признает его личности, его победы на кресте его прощения, не признала это лично в своей жизни и, по сути дела, не позволила этому Богу работать в этом обществе. Это общество светское. Общество, которое признает Христа своим Спасителем. Своим Господом. Это общество называется «Обществом верующих людей». Поэтому разделительная полоса проходит именно здесь. Отношение ко Христу. Не просто как к некоторой исторической личности, там, хорошему учителю или еще кому-то, а именно как к Господу и Спасителю. Он не просто хороший учитель, некая нравственная личность, потому что некоторые нравственные грани, свойственные светскому обществу, оно тоже учит не воровать, там, уважать старость и так далее, хотя, в принципе, это все равно взяли из Библии, что, в общем-то, неплохо. Но разделительная полоса проходит именно в вопросах отношения к личности Бога. Сама идея Разделение или отделение одного общества от другого, она всегда присутствовала в Библии. Всегда мир делился на своих Богу и чужих Богу. Апостол Павел очень понятным образом написал, вы были чужие Богу, потом вы стали близкими Богу. Что еще интересно, когда израильский народ соединялся хотя бы немного с другими окружающими народами, всегда проигрывал Израиль окружающим народам это практически не угрожало. Бог их не наказывал, никаких претензий к ним не предъявлял, но свой народ израильский наказывал. Это говорит о том, что Бог отделил для себя святого своего. В Салтыре мы читаем. Это говорит о том, что требования, которые Бог выставляет по отношению к своему народу и к остальным народам, они разные. Я считаю, что самая отличительная особенность верующих людей в нашем случае христиан или Церкви Христовой, заключается в том, что Дух Святой вселился в этих людей. Это немаловажно, это факт. Господь сказал: я вселюсь в этих людей, я буду ходить в них, я напишу мои законы прямо у них на сердце, вложу мои законы в их мысли. То есть это люди с другим ДНК. Следовательно, я верю, что Бог преследует конкретную цель проявить себя через церковь. Апостол Павел написал, дабы через церковь сделалась известную Божья премудрость, Божья доброта. То есть мы не просто навязываем себя, свою субкультуру, свои религиозные христианские понятия, переламываем общество с другими взглядами. Нет, мы так будем бесконечно ссориться, кто кого переломает. Я думаю, что Господь преследует цель именно через церковь показать себя. Если церковь рассматривает просто как отдельную общественную организацию, так есть масса общественных организаций, которые тоже и благотворительностью занимаются, и полезным делом занимаются, там, окружающую среду охраняют. Ну, ну замечательная организация, действительно. Но церковь ⁇ это единственная группа людей, единственное общество, в которых вселился Господь, если верить Библии. Следовательно эти люди имеют особенную миссию, и они принципиально отличаются от остальных людей на земле. Если говорить о светском обществе и о церкви, в первую очередь граница пролегает, самое важное, наверное, в отношениях с Богом. Большинство светского светское общество либо номинально верит, что Бог где-то есть, но не личностно имеет с ним отношения, либо вообще не верит, либо верит в другие религии. Церковь верит в Бога с позиции именно библейского учения. Второй момент ⁇ вопрос жизненных ценностей или приоритетов в жизни. Церковь руководствуется библейскими моральными ценностями, установленными Богом. Светское общество, к сожалению, в современном мире формирует свои ценности для себя, искажая очень часто библейские ценности относительно семьи и брака, относительно морали, относительно каких-то других аспектов, которые, в общем-то, присутствуют в этом мире сейчас. Я бы сказал, отличает светского человека и общество, вообще светское общество, не живущее по воле Божией, отличает отношения с Богом. Это, это принципиальный вопрос. Христианское общество водимо Духом Святым, знает Бога, обустраивает жизнь по принципам Бога, по его откровению. Светское общество это не делает. Светское общество гуманистского отношения строит на человеке, на себе самому. Поэтому самоопределение, самореализация, вся эта терминология, она чистая гуманистического плана. И вот она граница. Да? Тут не связано с ответственностью, а связано с, э, с, с источником моих э, убеждений и моих пониманий. В светском обществе человек, в христианском обществе Бог и его откровения. Ну, церковь это не государство. Это четко надо понимать. Иисус не создавал государство. Церковь — это, это отделенные люди все-таки от мира. Церковь может влиять на государство, и она призвана влиять на государство и на общество. Но церковь не есть государство. Поэтому церковь должна хранить свою идентификацию. И если церковь вступает, вернее, законы государства вступают в конфликт с законами Библии, то христианин должен оставаться быть верным Библии. На мой взгляд, очень простое отличие – святость. То есть реальное отличие не в исповеданиях, не в форме одежды, а только в святости. Если есть святость в полном смысле этого слова, то есть отстраненность от греха, инаковость жизни, жизнь по Слову Божьему, другая речь, другое поведение, другой образ мышления, другие ценности. Если это есть, то тогда есть церковь и есть христианин. То есть это то, что ясно и четко отделяет мирское общество от церковного сообщества. Апостол Иоанн пишет такие три тождества. Бог есть дух, Бог есть свет и Бог есть любовь. Вот три такие вещи. Вот. И я считаю, что граница пролегает, когда в нас мы рождены свыше, и в нас Господь, мы являемся светом, как написано в Нагорном проповеди Иисуса Христа, вы свет миру. Почему? Потому что мы такие великие? Нет, потому что Бог в нас, Он проявляется в виде света. Да? Мы любим друг друга. Почему? Потому что Бог есть любовь, и Он находится в нас. И мы Живем прежде всего не материальными ценностями, а духовными. Как пишет апостол Павел, о горнем помышляйте. Почему? Потому что Бог есть дух. И вот когда человек, для него вот эти приоритеты ⁇ быть светом, жить духовными вещами и любить, по-настоящему любить, вот для меня вот это свидетельство того, что эти, эти люди находятся на территории. Царство Божьего. Я специально говорю не на территории церкви, потому что на территории церкви могут быть люди, которые ненавидят, вот, и люди, которые живут совсем недуховными не духовными вещами. Но вот для меня граница больше проходит не церковь и за церковью, потому что это очень ну, сегодня понятие церкви оно может быть и формальным, да? а именно Царство Божье и этот мир.